Однажды человек колол орехи, кладя их на камень и разбивая другим камнем поменьше. Вот он ударил, как обычно, по одному из орехов, но тот подпрыгнул и отлетел в сторону. Человек поднял его и ударил еще раз. «Ты храбрый», — сказал человек, снова поднимая орех. «Но я все-таки расколю тебя». Он крепко зажал орех и постарался ударить его как можно сильнее. Но и в третий раз орех отскочил в траву. Человек искал его, искал, но не мог найти. А через несколько ночей один мальчик, искавший своего духа-покровителя, наткнулся на тайник, где прятался орех, и он услышал голос, обращавшийся к нему. «Взгляни на меня, мальчик, — сказал дух ореха, — и послушай, что я тебе скажу. Никакой враг не может причинить мне вреда». Мальчик никому не рассказал про орех, но всегда выполнял его наставления и слушался его предостережений. Когда он стал взрослым, то обрел таинственную способность убегать и прятаться от всех, кто нападал на него. Даже когда толпы врагов окружали его, он всегда ухитрялся вырваться от них. И с помощью ореха своего духа-покровителя он стал великим воином племени Якима.